Вот такую мы имеем рыбеху, треска балтийская. Почистили снаружи, внутри. Удаляем голову и хвост и отрезаем все лишние перья. После этого нарезаем кусочками. И начинаем подготавливать наш кляр. Куски рыбы солим, перчим, либо используем уже готовую смесь приправ для рыбы. В качестве кляра я буду использовать картофельный крахмал, яйца и панировочные сухари. Разогреваем подсолнечное масло и обжариваем со всех сторон. Рыбу обжарили, достаю я ее на бумажное полотенце, лишний жир нам не нужен.